Валаам не только место молитвы и монашеских подвигов. Он стал центром возрождения традиции православного пения, объединив людей разных стран и единой веры. Речь идет о международном фестивале «Просветитель», который впервые прошел в прошлом году. Певческий форум стал мощным аккордом в праздновании тысячелетия представления равноапостольного князя Владимира. В этом году фестиваль также будет приурочен к Дню памяти Крестителя Руси. Даты его проведения – 27 и 28 июля. Валаамский монастырь готовится принять большое количество паломников и туристов. Вход на фестиваль свободный. Для тех, кто не сможет быть там лично, есть вариант просмотра онлайн. На сайте Валаамского монастыря будет обеспечиваться интернет-трансляция. Программа фестиваля представит особое музыкальное и поэтическое повествование на тему православных праздников. Выступления хоровых коллективов будут сопровождаться стихотворениями Михаила Лермонтова, Федора Тютчева, Александра Блока, Иосифа Бродского в исполнении народной артистки России Евгении Симоновой и актера театра на Таганке Вениамина Смехова. Специальным гостем фестиваля станет ассирийский схиархимандрит Серафим Бит-Хариби, священнослужитель, ведущий служение литургии на арамейском языке, языке Христа и апостолов. Второй год подряд на Валааме соберутся монастырские духовные хоры из разных уголков мира, чтобы представить гостям фестиваля культуру своих народов. Среди участников фестиваля «Просветитель» коллективы из Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Ливана, Румынии, Украины и России. А сейчас мы с вами услышим выступление хозяев певческой площадки. Поет праздничный хор Валаамского монастыря.